Так вот, мало того, что она всю его заначку на шмотки потратила, так она теперь претендует на квартиру. С самого начала так задумала, по-любому, я уверен. Да, коварные существа эти женщины. А ты, Валер, что думаешь по этому поводу? Да я бы не торопился с выводами. Мы же не знаем их отношений, кто дело до развода довел. Ух, да тебе, может, уже и не стоит жениться-то, а? А то попадется какая-нибудь акула. Вообще без штанов останешься. Может, и не стоит. 14, 14. 14 на связи. Поступила информация. На Гагарин 20 открылся нелегальный бордель. По данным осведомителя, там сейчас находящийся в розыске рецидивист Меченый. СОБР выехал, но, боюсь, могут не поспеть. Мы ближе всех к адресу. Именно. Вы там поосторожнее. Может, стоит дождаться СОБРа? Разберемся в обстановке. Погнали. Кристина, опять заправляешься? Да я чуть-чуть, для храбрости. Знаю я твою чуть-чуть. Клиент нажалуется, я тебя штрафую на весь гонорар. Поняла меня? Да поняла, поняла. Вот новенькой лучше налей, ей храбрости набраться не помешает. На, пей. Да пей, с таким видом, как у тебя клиента спугнешь. Я, наверное, пойду. Чего? Ошибка была, что приходить не мое это. Здрасте, приехали. А клиента твоего кто будет ублажать? Я, что ли? Они. Они, да? Он выбрал тебя, а не их. А что ты глазками-то моргаешь? Да пошла, давай, пошла! Может, дождемся-таки СОБРа, а? Меченый матерый волчара. Заподозрить чего идет сразу, надо самим его брать. Знаешь его? О, доводилось встречаться. Физически. Девочка моя, ты сюда пришла денег заработать, чтобы парни отмазать от тюрьмы, правильно? Да. Ну пойди заработай. Или тебе твоя честь дороже, он пусть в тюрьме сидит. Ты что, лярва, ментам меня сдала? Ты что, Сереж? Почему они здесь? Я не знаю. Или ты? Ну ты ж... Стоп! Всем стоять! А, старый знакомый. Стволы на пол, быстро, все! Иначе я башку сейчас прокомпостирую! Стволы на пол! Положили, положили пушки! Ушли с дороги! Ушли все с дороги! Жена? А вот и она. Кажется, снова очнулся. Следите за движением пальца. Мне пришлось соврать, что я жена, чтобы меня пустили. Потом объясните. Отлично. Похоже, обошлось. Все могло быть гораздо хуже. Ну что ж, приходите в себя и назначьте терапию, таблетки, уколы, полный покой, никаких резких движений и умственного напряжения. Вечером еще раз зайду, проведаю вас. Очнулся? Хорошо. Мне сейчас нужно отъехать, позже заскочу. Есть серьезный разговор. Доктор, пару вопросов.
А вы кто такая? Вы мне жизнь спасли. Не помните? Вы настоящий герой. Я, наверное, тоже пойду. Ну да, вот только очнулся, сразу все покидают. Просто если всплывет, что я самозванка... Мы никому не скажем. Мне, правда, нужно идти, у меня дела. Ну, раз нужно, значит, идите. Извините. Спасибо за то, что вы сделали. Я изучил данные томограммы. Поводов для беспокойства практически нет. Есть, правда, небольшая проблема. Какая? Похоже, у него кратковременная амнезия. Потеря памяти? Не редкость при подобных травмах. А обычно пациенты хорошо помнят отдаленное прошлое и не могут вспомнить, что происходило последние несколько дней. Но это ведь не навсегда. По-разному. Иногда все вспоминают, иногда нет. Будем надеяться на лучшее. Если, конечно, не стоило бы что-то и забыть. И такое тоже бывает? Случается. Жена, к примеру, мужа по голове сковородой, а он этого не помнит. Стоит вспоминать. Ладно, контакты наши вы знаете. Звоните, узнавайте. Я думаю, пара недель больницы, и можно будет забирать его, долечиваться домой. Угу. Девушка, подождите. А вы его подруга? Нет. А кто вы тогда? Он спас мне жизнь на том задании, где его... В общем, раньше мы не встречались. Ах, вот как. Мне кажется, у меня есть для вас предложение. Предложение? Ну да. Дело в том, что, похоже, у Валеры сейчас никого нет, и некому его навещать. Мне тоже некогда, свои проблемы. А вас он увидел, у него как-то лицо посветлело, и, наверное, он сам поверил в то, что вы его жена. Ну что, вообще нет женщины у него, что ли? Кроме вас никто не пришел. Так вот, к моему предложению. А что, если вы и дальше будете его навещать? Ему нужно восстановиться, все вспомнить. Это очень важно, понимаете? Я вам все компенсирую. В смысле, за деньги? Да, я хорошо заплачу. Ну, если честно, позарез нужны деньги сейчас. Отлично, вот возьмите. Столько же после. Но мне прямо сейчас нужно уйти. Да-да, не обязательно круглые сутки сидеть, 2-3 часа достаточно. Ладно, но я смогу... Дней 5. Хорошо. Не подумайте, пожалуйста, что я корыстная. Нет-нет. Да, был. Его нельзя сейчас трогать. У него травма. Плюс амнезия. Наверное, настоящая. Ему нужно дать очухаться. А мы пока продолжим поиски в другом направлении. Значит, последнее, что вы помните, это рост доллара в апреле? Ну, меня это на самом деле вообще не интересует, просто фоном слышал и все. Как майские праздники провели, помните? Что-то из личной жизни? Кусками, обрывками. Валерка! Вот его вот помню. Это Макс, мой коллега по работе и лучший друг. У Валерия амнезия. Он не помнит события последнего месяца совсем. Ничего себе. Крепко тебе досталось. Куда это положить? Давайте ее в холодильник. Все, что было до 17-го, помню, а дальше как отрезало. Как по башке ты получил, помнишь? Подругу эту. Девчонка хорошая. 3 дня меня уже навещает. Врачам сказала, что жена моя. А где и как все было? Вообще никак? Ну, сказала в салоне красоты. Ну да. В салоне. У знакомого была похожая ситуация с памятью. На мотоцикле разбился. Вспомнил все? Угу.
Он художник, ему помогли рисунки, которые перед аварией рисовал. Ну, мне Бог таланта не дал, ты знаешь. Да не прибедняйся. Посмотри инфу на телефоне, почту на ящике, с кем общался, где был. А действительно, а где мой телефон? Анатолий Львович сказал, что ни телефоном, ни интернетом лучше не пользоваться, минимум сторонней информации. Анатолий Львович, ваш перестраховщик, дайте мне мой телефон. И хватит со мной, как с ребенком. Тут кольцо ваше тоже. Чебров на забор крови. Посетители, вы все наобщались? Да. Пойду, пора. У нас, как всегда, аврал. Привел его в командировке в Питере. Кстати, тебя хотел навестить. За старшего броневой всех гоняет, выслуживается. Ну, ты знаешь. Я, наверное, тоже пойду мне на работу. В салон красоты? До свидания. Ладно, брат, давай. Держись. Ты нам бодрым нужен и при памяти. Шикарные вены, не промахнешься. 10 лет теннис. Теннис – это хорошо. Ну что, начнем? Ой, извините, я сегодня безрукая какая-то. Очнитесь, Чебров. Где я? Вы в процедурной. Я вас еле подхватила. А так бы головой опять, да, плитку. Я что, в обморок упал? Ну что же, вы не сказали, что боитесь вида крови? Да вроде не боялся. Раньше. Ксюш, я не очень понимаю. Мы же любили друг друга, мы любим друг друга. Я не могу с тобой жить. Но почему? Потому что ты стал черствым. Наверное, эта работа так на тебя влияет, но ты не чувствуешь чужой боли. Да почему именно Коля? Потому что он другой. И он мне помог. Когда? Чем? Я не могу тебе сейчас все объяснить. Что я могу изменить? Я люблю тебя. Что мне сделать? Послушай, есть вещи, которую невозможно исправить. Да о чем ты вообще говоришь-то? Кась, у тебя все в порядке? Да, Коль, все хорошо. Пойдем? Нас ждут. Оставь ее в покое. Я не понимаю, что на нее нашло, но ты же понимаешь, что у нас с тобой время. Нет, не понимаю. Это ты что-то себе насочинял. Послушай, я не хочу, чтобы мой брат становился мне врагом, поэтому оставь ее. Уже ложитесь, Чебров. Отбой по отделению. Да-да, видно. Привет. Познакомься, это мой начальник Андрей Степанович Венцель. Ну, начальник, это громко сказано. Это ты в ресторане начальник, а я так, инвестор. Я его сосед. Да, у него квартира над нашей, ну, то, что мы купили 2 года назад в Семеновском проезде. Мы вообще мимо ехали, это я его говорил. Давай зайдем, познакомишь хоть с братом. Андрей... Валерий. Растянул.
Андрей Степанович меня выручил как-то. Помнишь, мы с Ксюшей кафе открывали? Которое разорилось. Ну, тогда кризис многих разорил. Это ж не ты виноват был. Да, тогда чуть квартиру не продал и все остальное тоже. Ну, а мне в ресторане управляющий нужен был. Так что еще неизвестно, кому больше повезло. Скажете тоже. Да ладно, что ты стесняешься, а? Ну, отлично же управляешься. Если так дело пойдет, так еще до конца года все долги отдашь. Ты по телефону сказал, что у тебя какое-то важное дело. Да, дело. Я бы даже сказал, проблема. Давай. Какая? Ксюша пропала. Как? Что значит пропала? Ну, вот так, ее нигде нет. Пропала в тот же день, когда ты попал в больницу. Мы с Андреем Степановичем ее везде ищем. Он вызвался помочь. Ну, никто еще пока ничего не знает. Ко мне в отдел обращались? Да, но там мутная история. Она говорила, что ходит на курсы английского. Но ее там никто никогда не видел. И поэтому ваши сразу же за это зацепились и говорят, мол, ищите любовника и не пудрите нам мозги. Ну, еще 3 дня с пропажи не прошло. Они по закону не могут? Слава богу, у Андрея Степановича хорошие спецы в отделе безопасности. Ты вот что скажи. Ты что-нибудь знаешь? Или слышал? Коль, я за 10 лет с Ксюшей виделся всего раз 5, а наедине мне общался с самой вашей свадьбой. Слушайте, да у вас тут прям курорт-санаторий. Недорого берут за ночь? Я понимаю, но все-таки в последнее время как-то что-то. Ты вспомнил, как ты жил последний месяц? Обрывками. Коль, я хоть и на больничном, я должен составить и разослать ориентировку. Как-то продавить начальство, чтобы они зашевелились. Отлично, это то, что нужно. Давай, рост. 1,70 м. 170. Цвет волос родной. Шатенка. Не крашена? Нет. Во что было одето? Белое платье, белые туфли, красные перчатки и красный шарф. Ага. А куда собиралась? Сказала, что к подруге. Враги. У нее были враги? Ну, какие у Ксюши могут быть враги? Здравствуйте. Я сейчас, на минутку. Я, конечно, все понимаю. А какой ваш интерес искать чужую жену? Ну, во-первых, люди должны помогать друг другу. А во-вторых, Коля пока об этом не знает. Дело в том, что она у меня кое-что взяла. Вы о чем? О деньгах. Я ей выдал аванс на новый дизайн ресторана. Но так получилось, что деньги пропали вместе с ней. Не, она не могла так поступить. Ну, я ничего не утверждаю. Я вообще вижу это дело как некое семейное. Надеюсь, что Коле даже не придется узнавать. Ну что, спасибо вам большое. Вот как обещал. А, не нужно. Все-таки он жизнь мне спас. Брать деньги неправильно. А раньше было правильно? Раньше было раньше. Все изменилось. Деньги стали не нужны? Или мой брат понравился? Слушайте. Ладно, извини. Ляпнул. Раньше надо было помочь одному человеку, а теперь... Прости. Уже нет. Зачем вы мне об этом рассказали? А я навел у вас справки. Говорят, что вы отличный следак, Валерий. Я хотел вас попросить, ну, чтобы вы помогли немножечко и в моем деле. Ну, чтобы не выносить мусор из избы. Может, даже вот эту ориентировку попридержать пока. Нам пора. Отписал Азамат. Возле Лукашина нашли девушку с потерей памяти. Неужели нашлась? По описанию не очень подходит, но проверить стоит. Лен! Сделай для меня кое-что. Здорово! Ты там не закис еще в своей больнице? А, ну давай спрашивай, раз важный. Мне нужно знать, я с кем-нибудь встречался в последний месяц? До ранения. Да, в личном плане, неодноразово. Ну,
была какая-то замужняя. Ну ты ж техушник, так и не сказал, кто. Не-не, ничего конкретного. Ну, вроде как собирался завязывать со встречами этими. Но я так и не понял, то ли ты ее от мужа собирался уводить, то ли бросать. А, ты ее еще звездочкой называл. За одежду спасибо. Да мне не трудно, только вам бы еще чуть-чуть полежать в больнице. Никак не могу. Я когда дверь открывала, меня ваша соседка увидела и очень подозрительно смотрела. Лидия Васильевна такая, тем более 300 лет ключи никому не давал. А вы куда это, Чебров? Вам до выписки недели минимум. Я написал отказ от госпитализации. Напрасно, если не лечиться, память может полностью не вернуться и вероятны острые приступы головной боли. Выпей обезболивающего. Спасибо за все. Спасибо за то, что спасли меня. Давай же на ты. Давай. Я на автобус, мне отсюда без пересадок. Как-то грустно. Я уже привыкла к тебе ходить. Ну, ничего, мы еще увидимся. Сейчас дела разгребу и увидимся. Ну, конечно. Да нет, правда, обязательно увидимся. Ты ж какой Экзюпери. Ты в ответе за того, кого приручила. Ну, тогда и вы, ты в ответе. Если по твоим этим делам нужна какая-то помощь, ты звони. Ну да, у меня номер твой есть, и ты тоже звони, не стесняйся. Ну, я пошел. Счастливо, Валерий. Береги себя. У тебя новая дама. Она, конечно, очень миленькая. Ну, мышка. А вот предыдущая была блеск, порода. Лидия Васильевна, у меня была серьезная травма, амнезия, лежал в больнице. Я не помню, как жил последний месяц. Ой-ой-ой, а я думаю, куда пропал. А вы не могли бы описать вот ту, которая блеск? Ну, я видела ее только один раз, хотя слышал гораздо чаще. Ты, конечно, понимаешь, о чем я говорю. Высокая шея, тонкие запястья, глаза очень выразительные, брови в разлет. А одежда? Платье белое, балетки. На шее такой красный газовый шарф. Под перчатки и сумочку. Ну, блеск. Геолокация. Рядом, значит. В крайности не бросается. Ты тогда только поступил в полицию. Максималист. Черное и белое.
какие-то подвиги во имя каких-то несбыточных целей. Я ни о чем не жалею. Просто Коля тогда оказался лучше, чище. Да и просто ближе, чем ты. Проходи. Я смотрю пельмени, ты все так же злостно пересаливаешь. У тебя у самого есть версия, где может быть Ксюша? Да, есть. Ты знаешь, я одновременно и боюсь ее, и хочу, чтобы так оказалось. Потому что это будет означать, что она жива. Ты любовники? Да я все время, еще с самой свадьбы, боялся, что занимаю чужое место. Думал, что это ошибка, что кто-то придет, заберет у меня ее, что... Не знаю. Не говори глупости, она любила тебя, это все видели. Ну зачем тогда что-то скрывала? Зачем придумала про курсы английского? Зачем переписывалась с кем-то из соседней комнаты? Слишком рада с выводами. Должно быть что-то другое. Давай вспоминай, о чем мы говорили. Да так, о работе говорили. Она же тоже начала заниматься ресторанным делом с нами. Мы хотели предложить Венцелю новый дизайн интерьера. Обсуждали, сколько это будет стоить. Чуть не поссорились тогда. Из-за чего? Ну, просто Ксюша слишком активничала. Все-таки финансовыми вопросами занимался я. Вообще, как я начал работать со Степанычем, у нас как-то все накалилось. Может быть, она приревновала к моему успеху? Что? Спачкался. Ага. Сейчас. Такие делают. Коль, я клянусь тебе, я вижу его первый раз в жизни. Говоришь, со свадьбы ее не видел? Коля, успокойся. Ты опять начал спать с ней, да? Я не помню ничего, что было за последний месяц. До этого я тоже с ней не встречался, клянусь. Я тебе не верю. Говори, где она. Не помню. Дай мне 2 дня. Какие нахрен 2 дня? 2 дня! Я все узнаю. У тебя есть 2 дня. И только. Какие деньги? Она мне ничего про это не говорила. 3 миллиона, Коленька. 3 миллиона. А теперь ты можешь идти в свою полицию, как хотел. Только учти, я там тоже молчать не буду. Но почему вы мне сразу об этом не сказали? Хотел понаблюдать за твоей поисковой суетой.
Мне надо было понять, в доле ты с женой или нет. И что все это не спектакль. И брат твой пусть побегает, он же из органов. К тому что-то знает, судя по этой расческе. А ты уж за ним погляди. Я готов заплатить все за Ксюшу. Пусть частями, не сразу. А мне не надо частями. Найдешь жену, верните мне все деньги. А потом катитесь оба на все четыре стороны. Не боись, не трону ее. Все, давай, иди. Не порть мне аппетит. Значит, сделаем так, Азаматик. Ты давай пригляди за обоими. Кто-нибудь из них на нее-то и выведет. На живую? Али на мертвую? Проходи. Что случилось? Меня из квартиры выгнали съемной за неуплату. Я пыталась договориться с хозяйкой, но она ни в какую. А? Садись на транжиру, ты вроде не похожа. У меня парень был. И он сбил человека, и нужны были деньги, чтобы его не посадили. Много денег. И я продала компьютер, телефон. Я позанимала у всех, кого только можно было занять. Я пошла на подработку, на которую никогда бы не пошла. Ну, успокойся. Мне просто очень неудобно тебя напрягать. Но я иногородняя, и мне некуда идти. Всех, кого я знаю, я им денег должна. Я завтра же от тебя съеду. Ладно, не говори глупости. Места много. Оставайся. Месяц, год, сколько тебе надо? Нет, я... Нет, не надо. Нет, я вот это могу, не могу. Нормально все. Регина Олеговна, здравствуйте. Я хотел спросить у Ксении, какая группа крови была? Третья положительная. Ладно, я завтра утром к вам заеду, надо побеседовать. До свидания. Пару часов надо отъехать, так что квартира в твоем распоряжении. Ты совсем старых друзей забываешь. Да. Так ждал тебя на юбилей. Яков Моисеевич, заработался, не смог. А у вас, молодежь, вечно сплошные отмазки. Давай рассказывай, какая такая просьба у тебя личная? В ультрафиолете на платке два пятна. Предположительно, кровь. Надо узнать, какой группы. Ну, простой анализ. И это все? В целом, да. Сделаем.
Как я понимаю, результат между нами? Валера, обижаешь. Ну, тут делов-то на 5 минут. И к тому же я в завязке. Как раз после юбилея. Вот это да. Я тут немного похозяйничал. В холодильнике же шаром покати. Мясо было в морозилке, за овощами я в магазин сходила. Ты садись, ты голодный, наверное. Вкуснятина. Да ничего особенного, на скорую руку. Угу. Всем бы так, на скорую руку. Что с твоими талантами, внешностью, ты еще на свободе. Ну, в смысле, не замужем. Ну, что, сейчас больную тему затронул? Мне просто кажется, что ко мне одних уродов тянет. Так сказать, с дефектами души. А может, подобное к подобному притягивается? Напрасно ты так. А хочешь узнать окончание истории с моим парнем? Который человека сбил? Ну, только никого он не сбивал, и сажать его никто не собирался. Он взял мои деньги и исчез. А в полиции сказали распространенный случай. Обычная схема мошенников. Я хотел тебе сказать, но... В общем, ты зря себя грызешь. Я себя здесь постелю, а ты будешь спать в спальне. Сейчас чистое белье дам. Чай-то будешь? Да нет, спасибо. Скажи ты мне, почему твои коллеги не стали брать заявление о пропаже Ксении? Оперативно ищут только детей. Взрослые часто сами находятся, поэтому заявление принимают через 3 дня. А мне кажется, они просто работать не хотят, лентяи. Хорошо, что ты подключился. Ксюша приезжала сюда в последнее время? Да. Чуть больше недели назад. Вела себя как-то странно? Нет. Хотя подсела ко мне. Обняла и вдруг ни с чего начала говорить, что сильно любит меня. Это странно. У кого как. А оружие в доме у вас было? Да чего ж теперь, какие секреты. Пистолет отца после его смерти мы не стали его сдавать. Он наградной. Я знаю, что это незаконно, но... Можно его посмотреть? А куда же он делся? Перепугал ты меня как. Сиди, сиди здесь, сиди, а то опять грохнешься. Все хотел спросить, вот тогда, 10 лет назад, почему Ксюша себя так странно повела? Случилось с ней что-то нехорошее, плохое. Она нам тоже ничего не рассказывала. Расспрашивали, расспрашивали. Ничего. Что-то со мной связанное? Вряд ли. Вы вроде бы уже расстались к тому времени. Мы тогда с мужем из кино вернулись. Ксения лежит на полу в ванной. Рядом пузырек. Из
таблеток. Голова закинута пеной изо рта. Спасибо, Миша. Он когда-то давно работал на скорой помощи, знал, что как откачал ее. Она держит зрачки во все глаза, шепчет. Не говорите, Валерий, не говорите, Валерий. Вы и не сказали. А Николай? Николай все это время рядом с ней был. Подсидел меня, значит? Да нет, Валера. Просто полюбила его, разлюбила тебя. Так бывает. Ладно. Валера, найди мне ее. На одного на тебя надежду. Пошли. Ты что, следишь за мной? 10 лет назад? Я никогда тебя не обманул. Слышь меня, никогда. Да я не могу без нее. Если ты что-то знаешь, давай искать ее вместе. У меня остался еще один день. Не путайся под ногами. Должно быть 8. Яков Моисеевич? Здравствуй, Валер. Сделал я, что ты просил. Это действительно кровь. Группа 3 положительная. Да, Валер. Коль, ты давно был в вашей новой квартире? Предлагаешь мне искать Ксюшу у себя дома? Это все, что ты придумал?
Что с квартирой? Квартира ждет, пока я разбогатею и сделаю ремонт. Там никого нет. Но если ты хочешь, я могу тебя провести отдельную экскурсию. Нет. Я все услышал. Сосед. Да, у него квартира над нашей, ну, той, что мы купили 2 года назад. Макс, блокнот рядом? Записывай. Семеновский проезд, дом 10, квартира 39. Обнаружены следы предположительного убийства женщины. Высылай ко мне следствие и оперативную группу. Также необходимо задержать подозреваемого. Венцель Андрей Степанович. Ничего не надо.
Все. Так, автоплатеж настроен на всю систему коммуналки, за исключением интернета. Тут я тебе расписал все, как и что. И у меня аллергия на кошек. Поэтому захочешь подышать шерстью, это, пожалуйста, к Лидии Васильевне. У меня там целый котозавод. И она старшая по подъезду. Валера, что происходит? Ты уезжаешь за границу? Ну, представь, за границу. А, ты едешь к этой Ксении? Ксения умерла. Что? Как это произошло? Какая разница? А это Венцель ее? Из-за денег? Деньги были придуманы только для того, чтобы Коля задавал меньше вопросов. Венцель спал с ней. Может быть, любил. И она собиралась уйти к нему. То есть она никуда не сбегала? Нет. Просто я оказался быстрее. Я убил ее. Все ждало, что она ко мне вернется, а она ушла к этому хмырю, видимо, у меня сорвала планку, и все указывает на это. Что за бред ты несешь? Это все потому, что ты не долечился. Ну просто подумай, ну ты что, ты мог взять и убить человека? Хорошо, ты не помнишь последнего месяца, но что было до, ты же помнишь? Ты помнишь, что ты не психопат? Что ты прицепилась ко мне? Может, я не долечился, а может, я маньяк, перешедший черту. Передо мной факты, Лен, конкретные факты. И они указывают на то, что я убил человека. Это Коля. Это я. Что? Это я ее. Я Ксюша. Это розыгрыш? Это шутка такая. Скажи, что вы меня разыграли, а я, идиот, поверил. Это квартира Венцеля. Тело я вынес, закопал. Следы затер. Там вот пятно одно осталось. Я не знаю, что меня нашло. Это помутнение какое-то. Я за все отвечу сегодня же. Там все. Представляешь, что за твоей спиной мутила твоя обожаемая Ксюша. Прекрати ты! Успокойся, Лоб, успокойся! Она любила тебя. А я завидовал вам, слышишь меня? Прости меня. Прости, я люблю тебя. Прости. Ксюша. Я за вещами. А потом в полицию. Отвезешь меня. Если ты признаешься, им станет все равно, виноват ты или нет, они тебя не выпустят. А я уверена, что ты не виноват, ты хороший, честный человек. Вот поэтому я не прячься, иду с повинной. Это всего лишь фотографии. Удалить их и не в чем признаваться. Я должен ответить за то, что сделал. А если ничего не было?
А если было, жить дальше как? Врать друг другу до бесконечности, как врешь ты? Что думаешь, я не знаю, что ты проститутка? Макс мне еще в больнице все рассказал. Но мне по барабану. С возрастом я стал к вам легче относиться. Знаешь, что меня бесит? Меня бесит, когда мне врут с дороги. Я ушла оттуда в первый же день! Дай мне минуту, я сам подойду к дежурному. Вероятно, орудие преступления. И вот еще что. А тело где? В каком-то лесу. Вспомни место, скажу. Зачем убил, ты помнишь? Мы с ней встречались, а потом она полюбила другого. Давно? Встречались? Последние несколько недель. Уверен? Не было у вас ничего. Да откуда вы-то знаете? А мы теперь на «вы». Ну, тогда специально для потерявших память. Мой стаж в следственном отделе 16 лет. Я наводила справки, с кем ты спишь, с кем ты еще спишь. Звездочка. Марин, извини, ты же знаешь, мне память отшибла. Но, видимо, для тебя это не такие важные воспоминания. Это не важно, я человека убил. Ты таки настаиваешь? Я настаиваю, чтобы отыскал был кто-то приличный и понимающий. Ты можешь помочь? Попробую. Они в гости как раз заехали. Яков Моисеевич. А мне тут с твоим платком идея пришла. А что, если взять и посмотреть ДНК по базе Федеральной службы исполнения наказания? Я знаю, чья-то кровь эта женщина не привлекалась. И вот тут ты дважды не прав. Во-первых, это кровь мужчины. Профиль нашелся. На платке обнаружена кровь ранее судимого Венцеля Андрея Степановича. Что? 131-я. Изнасилование. Яков Моисеевич, не представляешь, как ты вовремя. Спасибо. Валер, ты что, сдаваться явился? Я что-то вообще ничего не понимаю. Макс, в коридоре никого нет? Сейчас. Проверь, проходила ли Ксюша по делу об изнасиловании, потерпевшего свидетелем. Привалов и скажи, мне нужно еще время. А если заупрямится? Без разницы, с этой минуты я потерялся. С тобой вечером кафе на Первомайской. Зачем рисковать? У меня переконтузь. Андрей Степанович, это Валера убил Ксюшу. Убедил меня отвезти его в ВВД, а сам сбежал. Коля, я тебя просил без полиции. Они же сами его отпустили. Ладно, сделаем так. Валеру я твоего беру на себя. Но уж бережного обращения не гарантирую. Извини. Здравствуй, Полина. Привет, Валерка. Проходи.
юбочка, погоны по уставу. Всегда строгая, собранная. Так хочется тепла и ласки. Избранничек забыл об отношениях. Вот повезло бабе, а. Избранничек вообще-то чудом из комы на днях вышел. Слушайте, Бров, у тебя нормальная девушка есть, а? Ну, чтобы не начальница. Есть, которая нравится. Ну, я ее обидел. Сгоряча. А извиниться нет возможности. Хлопни дверью, и все, больше никогда я не увижу. Так давай ей позвоним. Меня ищут, а ее телефон, скорее всего, прослушивают. Ее еще и прослушивают? Да, это плюс еще одна причина для беспокойства. А давай я ей позвоню. Что ты ей скажешь? Скажу все как надо. Скажу так, чтобы твоя подружка услышала, а слухачей нет. Как ее зовут? Лена. Надо же. Все в блокнотик, по старинке. Прям как мой. Говорит, профессиональная. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Чувствую, с ней что-то случилось. Макс, Лена не берет трубку, надо ехать искать ее. Боюсь, вернемся с пустыми руками. Почему? Ты не брал трубку, и я поехала к Максиму. Ваш дом почтил визитом главный бульдог Венцеля. Проходи, проходи. Ты в порядке? Он тебя не тронул? Нет. Приказал не шевелиться, перевернул вообще все и ушел с твоим ноутбуком. Так, на кой черт мой ноут? Мы ж технике не доверяем. Я не знаю, мне показалось это важным, и я нашла Максима. Привет. Меня зовут Полина. Привет, познакомиться. Привет. А мы тебе звонили. Слушай, проходи, я тебе чаем напою. Валерка так переживал за тебя. Правда, правда? Пойдем. Пойдем, я расскажу, что я узнал. Незадолго до замужества Ксению изнасиловали. Она обратилась в полицию, но подонка так и не нашли. Не приезжай больше. Я не понимаю, Ксения, что я сделал? Не приезжай, не звони. Считай, что меня не существует. Я просто не могла тебе рассказать. Ты бы наделал глупости и сломал себе жизнь. А еще они сказали, что я не могу иметь детей. Вспомнил. Она все мне тогда рассказала. Так, девочки, давайте на кухню. Полин, давайте, не для женских, это ушей. Ну уж нет, нет, напугал кота манной каши. Мы остаемся. Иди сюда. Я не убивал ее. Венцель. Венцель изнасиловал ее и ушел безнаказанным. Прошло 10 лет, прошли все сроки давности. Он живет себе припеваючи, даже лица ее не помнит. И вдруг она встречает его. Снова. Кать, познакомься, это Андрей Степанович, наш сосед сверху. Ты представляешь, какое совпадение? Тоже занимаюсь ресторанным бизнесом. Для вас я просто Андрей. Как Тиссингер. А вы знаете, Ксения, я ведь с вами знаком. Николай, мне показал ваши работы, и вы удивительно талантливы. Не буду тянуть быка за рога. У меня этим летом открывается новый ресторан. А с оформлением пока просто беда. Не хотите быть моим спасением? Я боюсь, что я занимаюсь не этим профилем. Вам нужно найти другого специалиста. А я уверен, что вы справитесь. В любви, как и в работе. Я никогда не ошибаюсь, женщина. Подумайте. Thank you.
что ты тут? Пойдем, там обед стынет. А у тебя точно все нормально? Ну ладно тебе уже. Почему люди просто не могут увидеться, если у них есть время? Да и кто знает, что с нами будет через год. Дай тебе сфотографирую. На память. Вот. И вот так еще. Что тебе отель-то не подошел? А может, так и лучше. Хорошее место, тихое. Никто не услышит. Хоть и Борис. Что ж ты не кричишь-то? Тихо, 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 дурёха, тихо, что ты? Ничего не будет, я тебя не трону. Ты меня неправильно поняла. Что происходит? Мы что с тобой, знакомы? Дура, что ж ты? Стояй! Стас, Стас, это я, да. Походу, мне нужна твоя помощь. Я. Давай, давай, вези ее в наш совхоз заброшенный. Я сейчас подъеду. Можешь, кстати, позабавиться, она горячая телочка. Ладно, проверим. Только что в сознании была, когда я приеду. Понял меня? Понял, все, выдвигаюсь. Валер, это я. Приезжай, пожалуйста. Сегодня он мертв. Что мне оставалось делать? Они бы меня убили. Ладно. Времени мало. Валер. Валер, ты что, не будешь звать своих? А ты что, собираешься сесть за убийство? Но в тюрьме они меня не достанут. Даже не думай об этом. Валер, он не успокоится. Он знал, что я поеду сюда еще до того, как мне самой в голову пришла эта мысль. Пока я жива, они найдут меня где угодно. Ты жива. У меня есть идея.
Ксения художник. Она моментально сообразила, как обойтись тем, что под рукой. Телохранителя я скинул Венцелю сообщение. Тёлка сопротивлялась, пришлось глушить, следы замету сам, тебе лучше ничего не знать. Фотографии я отправил Венцелю и себе. Потом я под левым предлогом изъял у охраны записи с камер. Отвез Ксюшу к себе, отогнал машину бандита и поехал рыть могилу. С телефона его телохранителя отправил Венцелю еще одно сообщение. Все чисто сделал, но меня, кажется, пасут. Залегаю на дно. Не ищите. Ксюше нужна была новая жизнь. Новый дом, новое имя. Все это требовало времени, и пока я просто повез ее в безопасное место, запретив любое общение с внешним миром, сказал, что сам приеду через 2 дня. Ну, и что сидим? Поехали? Есть проблема. Я не знаю, куда. Так тем более, что тормозим? Пока вспомнишь, пока найдешь. Погоди. В своем безупречном плане Валера где-то сложал. Сложал. Если Венцель активно ищет Ксению, значит, в твой спектакль он не поверил. На камерах прокололся. Вот-вот. Венцель понял, что полиция все почистила и напрягся. Я бы на его месте глаз тебя не спускал. Так что, если ты сейчас, на ночь глядя, куда-то попрешься, сразу приведешь его к девушке. Мое предложение. Утром разделимся. Ты поедешь искать Ксению, а я пока подморожу Венцеля. Я сам сброшу слежку. Да ты заблудишься. Когда Ксению вез, светло было, а сейчас ночь. Поедешь по памяти, вообще местности не узнаешь. Ладно, ребят, я уверена, у вас все получится. Ты что, с ума сошла? Не волнуйтесь, я на такси доеду. Лен, на Венцеле работают настоящие отморозки. Ты мало с ней пообщалась? Я тебя никуда не пускаю. Завтра. И на меня так не смотрите, я тоже завтра. Полин, постели им в детской. Вообще не понимаю, зачем Венцелю мой компьютер? Ну, тут же полицейские, они хотят проверить, какие поисковые запросы ты делал, где погоду смотрел, какие карты открывал. Они же не знают, что ты им почти не пользуешься. Да все не знают, что у Венцеля, идиоты, что ли? Я на кухню переберусь, все равно не засну. Да нет, я наоборот хочу, чтобы ты отдохнул. Ну, хотя попробуй. Да я не могу отдыхать, когда я здесь, а Ксюша там думает, что я ее бросил без еды, без денег. Если она тебя знает, она так не думает. Я вообще уже не уверен, у нас что-то было между нами, до ее исчезновения или нет. Если у вас не было, почему она не обратилась к мужу?
А что бы он сделал? Наломал бы дров и все. Я обратился бы к тебе. Ну, я не знаю, значит, так... Значит, так было... Лен, я не помню. Слушай, знаешь, что я думала? Ты можешь забыть, куда ты отвез Ксению. Ты можешь забыть, как тебя зовут и сколько тебе лет. Но в своих отношениях с Ксенией ты запутался задолго до амнезии. И ей прикрывайся, чтобы ничего не решать. Хорошо, что ты хочешь услышать? Что я все себе нафантазировал? Что надо просто признаться, что это все осталось в прошлом? Может так, может не так. Я не знаю, я не помню. Но я точно знаю, что я сейчас ей нужен. И не знаю, что она сейчас делает. Что она делает? Она сидит в интернете и посты твои мониторит. Девочка моя, какие посты? Я в интернете ничего не записывал уже. Дай-ка мне твой телефон. Валерий Чебров. Вот что они затеяли. Друзья, я потерял память и ничего не помню в последнем месте. Если вы хотите проведать меня или просто узнать, как я, наберите новый номер. Они ее выманивают. Ты можешь удалить эту запись? Нужно залогиниться. Что? Пароль ты свой помнишь? Они его изменили. Можно написать администратору. Да какой администратор? Мы так уже опоздали. Слушаю. Валера. Валерий сейчас отдыхает. Это его врач. А, спасибо. Чего-то не сообразил, сколько у вас времени. Меня зовут Игорь Королюк. Мы с Валерой вместе служили. Вы ему передайте, пожалуйста, что я звонил. Скажите, Игорь. Передам обязательно. Всего доброго. Все наоборот. Венцель знает, куда ехать, а я нет. Давай твои номера по потоку пробьем. Долго, и потом они не везде стоят. А что это значит? Это видеокамера, которая штрафы выписывает. Валера, помнишь, тебе недавно штраф приходил? Из Углича. Из Углича? Так. А фамилия Будилович тебе о чем-нибудь говорит? Нет. Владелец типографии, которого подожгли. Он же уехал в Европу, а нам еще свою дачу предлагал. Она в результате так пустая и осталась стоять. Он сам за границу уехал. Вспомнил. А ты помнишь, что дом был как раз в Угличе? Заброшенный дом, это оно. Ты куда собралась? Там опасно, я один еду. Оля, давай ключи от машины. Ага, сейчас. Макс, ты не слышишь меня? Я еду один. Валер, ты чё? Ксюша убила человека. Ты не сообщила о преступлении. Это укрывательство. Тебе это надо, у тебя ребенок скоро. Да как ты один поедешь, если ты даже адреса не помнишь? Ты помнишь? Утром. Позвоню в отдел, спрошу. Утром? Если тебя за рулем так накроет, кто машину поведет? Это его врач. Валерий сейчас отдыхает. Может, ему что-нибудь передать? Скажите, что с ним? Не беспокойтесь, он идет на поправку. И он обязательно вам перезвонит утром на этот номер. Держите телефон под рукой. Доброй ночи. Правда, Макс говорил. Днем и ночью будто два разных шоссе. Все равно одна дорога. Я по карте смотрела. Поехали. Да, Андрей Степанович, что случилось? Да, Коль, в соседней области нашли тело, по приметам похоже. Ну, может, это не Ксения? Я выезжаю. Какой адрес? Где? Не-не-не, ты собирайся, выпей кофе. Я сейчас через 10 минут у тебя буду. Давай, давай, быстрее!
Ты убить нас хочешь? Давай машину поведу я, а ты спокойно все вспомнишь. Уже вспомнил. Надо было ехать прямо, столько времени Венцелю подарили. Надо было меня слушать. А Венцель, может, не проснулся еще. Я поведу. Почему ты мне не позвонил? Ты понимаешь, что я чуть с ума не сошел? Коль, ты один? Кась! Ну что ж ты так грубо-то, а? Когда срывают мои планы. Как причудливо тасуется колода. Ты должен был закончить чуть лучше, сесть за одно бабла, почетную отставку всех моих управляющих. А вот ты должна была закончить гораздо хуже. Тебе повезло. Узнаешь? Кто ж прячет оружие на балконе? Ты же дурак. Азамат обыскался. В общем, ребятушки, сюжет такой. Ты возвращаешься домой, видишь, как баба твоя кувыркается с братом, кладешь обоих, а последнюю пулю себе. Как кино, ей-богу. Что ж ты мишень-то стерла? Оставь ее. Делай со мной все, что хочешь, только ее не трожь. Не бойся. Я ее пока не трону. Мне еще твоего братца дождаться надо. Экспертиза наук строго. Время смерти должно у всех совпадать. Часики-то тикают. Чик-так. 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 Тик-так. Тик-так. Почему ты мне раньше не сказала о нем? Это мой крест, не твой. Ты могла бы хотя бы сообщить, что ты жива. Ты бы приехал на следующий день. Что дальше? Не ходи за мной. Жди здесь. Ксю! Да сколько можно плестись? Я уже проголодался. Где Ксения? Да здесь твоя любовница. Ждет тебя.
Да ты садись, садись. Знаешь, в чем главный секрет хорошей яичницы? Солить только после, по готовности. Иначе испортишь весь вкус. Давай поедим. Я знаешь, как яичницу знатно готовлю? Все-таки шеф-поваром хотел стать. К Ксению твоего брата. Только осторожно. Лена? Это Лена, девушка Валера. Кто стрелял? Что с Валерой? Стреляли в стену, никто не пострадал. Прости меня, все уже позади. Прости. Ксюш, нет! Думаешь, не смогу? Смотри, не покалечься. Назад! Стой, я бы сам его пристрелил за то, что он сделал. Я не шучу. Хочешь рискнуть? Опусти пистолет. Ты тоже хочешь? Можешь стрелять. Я люблю тебя. Если любишь, отойди. Все разъехались. Ты как? Да вот, думаю, может остаться. Место приятное. Да и дома хозяйка не помешает. Мы с Максом пробили этого телохранителя. Оказывается, он давно в розыске за убийство. Официально он как бы на дне. И раз всех все устраивает, кто мы такие, чтоб лезть со своими уточнениями? Еще Коля сказал, случилось чудо. Ксюша ждет ребенка. Надеюсь, теперь ты помнишь, от кого он? Мне на работу только через 2 недели. Я подумал, может, мы здесь поживем это время. На природе и память быстрее вернется. Она еще не вернулась? Вернулась. Главное, как в тумане. Хоть убей, не помню, как сыграли «Зенит» со «Спартаком».